Познай творчество, твори познавая. Не просто название вернисажа, а суть работы курского худграфа. Выставка студенческих работ самого творческого факультета КГУ представлена в центре «Звездный» на Красной площади. Робкие пробы первокурсников и вполне профессиональные проекты выпускников с интересом рассматривала и Юлия Матвеева. Вот они, сегодняшние студенты худграфа. Стильные, модные, оригинальные и талантливые. Знают, как оформить по-настоящему аппетитное меню, какие указатели следует сделать в зоопарке, чтобы ни один зверь не остался незамеченным, и как спроектировать жилой дом, который будет заряжаться бесплатной и экологичной солнечной энергией. По самому проекту нам было необходимо придумать семью, которая будет жить в этом доме, и под нее подстраивать свой проект. Так вот, там живет хирург, который без ума от современных технологий. И поэтому у него такой дом. Также его семья и все, кто там должен жить, живут и вроде бы должны наслаждаться всем тем, что я попытался запроектировать. А как сделать афишу от одного вида, который загораешься желанием идти? Задание по типографике поможет вспомнить школьный курс химии. Там разные химические опыты смотрела, чтобы найти. Один опыт меня заинтересовал, когда мы спирт, как он красиво горит. Вот мне понравилось. И из-за этого получилась такая идея. Кажется, это срез жизни худграфа. На выставке представлены все кафедры от архитектуры до проектирования костюма. Кроме того, по работам можно проследить и методику преподавания. Ее суть – образование – уже начало творчества. Мы выпускаем не массовый товар, мы выпускаем штучные произведения. Поэтому с каждым мы работаем индивидуально. У каждого есть свое лицо, свои какие-то наклонности. И мы пытаемся эти наклонности проявить, развить и в конце концов довести человека до какого-то определенного профессионального уровня, когда он может самостоятельно работать. Таких талантливых студентов способны воспитать лишь не менее талантливые педагоги. Худграф всегда славился своим преподавательским составом. Они дают на выходе нам талантливых педагогов, художников, дизайнеров, архитекторов, строителей, которые будут украшать наш город. Эта выставка будет интересна и для абитуриентов. Возможно, кому-то она поможет определиться в выборе профессии. Юлия Матвеева, Андрей Дегтярев, телеканал «Сеим».